24 апреля на базе Каспийской гимназии номер 11 города Каспийска состоялась научно-практическая конференция «Путешествие по европейскому югу России», приуроченная к десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Основная цель – это создание площадки для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала обучающихся и студентов, обмен опытом и идеями между участниками, педагогами и экспертами. В конференции приняли участие воспитанники 9-11 классов образовательных учреждений муниципалитета, а также студенты Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелокова. Спикеры рассказали ребятам историю присоединения Крыма России в 2014 году. Этот день навсегда запомнился в памяти жителей нашей необъятной страны. Также в рамках конференции прошла презентация докладов на следующие темы. Кавказ – территория контрастов. Мы вместе 10 лет. Возвращение в родную гавань. Дагестан – мой край родной. Россия и новые регионы. Развитие рекреации на европейском юге России. Патриотическое воспитание молодежи на примерах героев СВО. Кроме того, украсили яркими выступлениями воспитанники детской школы эстрадной песни города и студенты Академии милиции. В мероприятии приняли участие директор МБУ СОШ номер 12, председатель Ассоциации учителей географии города Каспийска Хайрулла Мурзаев, председатель Совета ветеранов ОВД города Каспийска Магомед Имин Гаджи Исмаилов, директор Северо-Кавказского филиала автономной некоммерческой образовательной организации профессионального образования Санкт-Петербургской Академии милиции Магомед Лахиялов и многие другие.